Под эмблемой форума, символом единства молодежи пяти континентов, проходил митинг солидарности советской молодежи с молодежью, борющейся за национальное освобождение. Митинг во Дворце спорта открыл Борис Пастухов, первый секретарь Московского горкома комсомола. Юные москвичи приветствовали участников этого университета борьбы за свободу и мир. Каждое слово ораторов было проникнуто горячим стремлением к свободе, миру, единству. Посланцы 126 стран пяти континентов всем сердцем разделяли эти высокие благородные идеи. Восторженно приветствовал зал Виктора Прицко, сержанта советской армии. Он обезвредил в свободном Алжире 40 тысяч мин. До слез волнующей была встреча Виктора Прицко и посланца молодежи Алжира Амара Шоу. Как девиз будет повторять молодежь слова великого борца за мир Никиты Сергеевича Хрущева. Выше знамя борьбы, тверже шаг, теснее ряды. Молодежи с новой силой подтвердил единство демократической молодежи в борьбе против империализма, колониализма, социального угнетения и войны.